тесно накрывает с головой платом, и с этого момента именно она становится невестой, то есть неведающей и неведомой, ее никто не видит, и она никого не видит. Это такой существенный момент свадьбы. Происходит очень важный в жизни невесты, в жизни жениха переход обратного пути, которому нету, и она как бы проходит через вот это вот полное неведение. Следующий момент свадьбы – это невесту, накрытую платом, заводят за стол.